Капитальный ремонт в действии, крепкая кровля, вдобавок уже прошедшие испытания зимой и новый теплый фасад вместо трещин и сквозняков. Наша съемочная группа оценила результаты работы по обновлению двух домов в центре Самары. С подробностями Николай Козлов. Остатки штукатурки с торца и разрушенный фасад до капитального ремонта дом номер 126А на улице Льва Толстого выглядел именно так. Мы когда пришли первый раз обследовать этот дом, он был в ужаснейшем состоянии. Были разрушены все стены, цоколь практически отсутствовал, по стенам трещины, вся штукатурка практически была отвалена. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. За неполных два месяца работ жилое здание не узнать. Здесь не просто отремонтировали фасад и тщательно заделали трещины, но и утеплили торцевую стену, на холод от которой жаловались жильцы. Строители говорят, что старались все сделать по максимуму, так, как хотели жители. Когда заходим в такие объекты, мы, соответственно, с жильцами обговариваем вид работ, слушаем их пожелания, что они хотят, и, соответственно, стараемся сделать все возможное, чтобы в итоге жильцы получили то, что они хотели, и с соответствующим качеством. А старшая по дому номер 137Б, что на улице Мичурина, с гордостью демонстрирует новую крышу. После двух недель работы строителей, говорит она, жильцы верхних этажей забыли о том кошмаре, что творился раньше. И коридорная стена, и потолок, и с люстры вода капала, лилась в свое время. И двери уходили мы на работу, закрывали просто без ключей так. И утром, вечером приходили, выбивали, чтобы только зайти. Можно было оставлять, даже, мне кажется, вор никакой бы не зашел. Сейчас все эти напасти позади, и испытания зимой крыша прошла. А до конца года в регионе планируют отремонтировать свыше 1000 домов. Николай Козлов, Александр Каракулько, новости губернии.